пропил уже давно. Обывал седюною грех всю и маю. А как усну, то сразу и того, чего того, проснусь и самого себя стесняюсь. А тут пришли под утро черт и бес, копыта во, вот такие вот копыта, и страшные рожища у одного. За пазухою пресс, а у другого ножа загляни. Чем чего почем, я спрашиваю их, они да так, мы просто мимо пробегали. И вот решили выпить на троих, а третьим мы тебя облюбовали. Ах, черти, вы же мне лучшие друзья. Чего тянуть, я мигом встал с кровати. Держи стакан, сейчас оденусь я, а вы на трюк пока что разливайте. Все готовы выстрелить утром из-за денег, а они в ответ, мол, если бы я не против, спиртного будет тут же хоть залить. Но для начала надо поработать, хотя бы ты он обшарпанный ларек стоит без света и сигнализации, а на дверях заржавленный замок, почти что сам мог спичкой открываться. Замок слетел, как бабочка, высоко сотло. Я в темноту шагнул как можно тише. Древняя мечта. Пей, не хочу, бесплатное винище по уговору, а выдала на гора, а наружу им три ящика от дома. И сам же принял тут же и загорала вовнутрь всегда еще полкилограмм. Мать, тепло и брошь по телу только так. И я присел на чуть сырую гальку, еще немного помазал, а натощак и постелил под голову фуфайку. И странный сон, а может это я, лежу себе гадаю, между прочим, клянусь дрожжами. Хата не моя, к тому же здесь казенно пахнет очень. Мозги, как и есть, все задом наперед, и подлечить мне их, однако, нечем. Который час сейчас? Который год? Интересно. Утро или вечер, который час сейчас, который год, интересно.